ты кто такая? Нет, ну правда, что ты здесь делаешь? Живу. А кто тебя сюда пустил? Дворничиха, тетя Настя. Здесь никого умерших не было, да и потом. Здесь в окошке стекло целое, одно на весь этаж. Вы меня хотите прогнать? Не надо, я здесь уже скоро месяц, привыкла все-таки. Слушай, а вот здесь вот мебель была, одежда, где это все? Сожгла. Все? Все. Молодец. Не растерялась. А вы кто такой? Я жил здесь. Это наша квартира. Где же вы были? Был где был. Слушай, вот здесь в комоде были рамы с фотографиями. Где это все? Сожгла. Как? Вы ведь рамочки. Ну кусочек картона, ну какое оттуда тепло? Ну я ведь не одну ее сожгла. Здесь много фотографий висело. Все вместе, кое-что все-таки. А рамочки знаете, как отлично горят? Ну очень хорошая растопочка. Очень хорошая растопочка, да? Буфет-то как измерзавила. Зачем? Он целенький стоит, я только лучше бред не воркала. Лучше бред воркала, да? Свалила ты, значит, мое детство. Вот теперь я, кажется, узнала вас. По фотографиям, это же вы? Мальчик на лодке, на велосипеде и на стрелке с моряком. Я же ведь не сразу их сожгла, я их рассматривала сначала. Ну и как? Хорошо я горел? Ну зачем вы так шутите? Могу заплакать. Хочешь? Простите, я не знала. Ну и чего ты валяешься? Сдалась? Нет. Я только с улицы захотелось погреться. Ты одна здесь? Совсем. И не страшно? Ну, конечно, страшно. Что же я, дура? Когда стреляют, не так, все-таки жизнь какая-то. А когда вдруг тишина, тогда страшно. Слушай, а в квартире 6? Никого? Пусто. Знакомые ваши? Да, знакомая. Была там одна, Лёля. Осенью в Тбилиси собиралась. Ну так уехала, наверное. Наверное. А ты где раньше жила? В 6-м подъезде. В 6-м. А почему я тебя не помню? А я до войны маленькая была. В 6-м. Да, не повезло вам. И стен не осталось. А в квартире был кто-нибудь? Няня. У меня мама на фронте, военврач. Мы с няней одни остались. Я пошла на стол получать хлеб. Прибежала, тут ударила. Жизни нет ничего. И только ваш подъезд стоит. Слушай, почему ты мне все время выговоришь? Тебе лет-то сколько? Через 2 недели, может быть, 16 исполнится. Почему это может быть? Все может быть. Ой, надоело ты мне уже своим пессимизмом. Вот мне, вот спасибо, через месяц 18 стукнет. Я и то не расстраиваюсь. Уверен, будет. Я, когда до войны маленькая была, мечтала, что будет тогда. Помните, дети до 16 лет на эту картину не допускаются. Бывало всегда обидно так. Хотя я, конечно, проскакивала, мне ведь на вид можно... куда больше дать. Обидно было бы не дожить. Ну, теперь точно доживешь. Пожалуй, я ведь сейчас на 2 карточки существовала. Целый месяц. У меня еще 1 февраля уехала. Слушай, так ты это, фартовая. Ну зачем вы так шутите? А я веселый. Правда, не такой удачный. Один день остался. 31-е. Завтра. Мамина? Сестры. Вот видишь пуговицу на пальто? Это она мне еще сегодня пришила. Живая. А
ты жил ее? Да. Жил. На Каменном острове. Говорю ей, поехали домой. Дома и стены помогают. А она ни в какую. Вдруг, говорит, Коленька из фронта вернется. Вот послушала бы она меня. Сейчас бы вот здесь рядом сидела. Живая. Родители где? Отец в морской пехоте. 5-й месяц не пишет. Ничего нет. Ни одной фотографии. Вот бы снять мне их тогда со стены. Я не знала. Мне уходить? Да куда ж ты пойдешь-то? Ну тебе же ведь тоже некуда. И мне некуда. Здесь бургут, кушеточка маленькая стояла. Сейчас бы пригодилась. Слушай, а может с тобой даже не познакомишь? Тебя как зовут? Лидия Васильевна. О, Лидия Васильевна. Лика, а тебя? Марат Евстигнеев. А ласкательная, так? Марк! Если бы матрасик имелся. Да ладно, тафта широкая. Ты что? Что? Нельзя. Почему? Ну, все-таки... Ух, девчонка ты, ложись давай. Ну, а если распилить ее? Кого? Кровать. Так там же пружинки, дурочка. Ложись давай, не бойся. И все-таки завтра попробуем распилить. Попробуем распилить. Ну чего ты смеешься? А ты дышишь. Ну, ясное дело, дышу.